Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого сьогоднішнього ефіру – боротьба з виробниками наркотиків. Про це ми поговоримо з начальником управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції України Миколаївської області Леонідом Крутієм. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Леонід Петрович, добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Тим більше, що тема у нас дуже серйозна, адже боротьба з виробниками наркотиків. І є нагода, тому що розпочалась оперативна профілактичне відпрацювання під умовною назвою МАК. Будь ласка, коли розпочалось це відпрацювання і що ви саме зараз можете про нього розказати? Ну, дане оперативно-профілактическое мероприятие под условным наименованием МАК, оно проводится ежегодно, как раз в период, когда осуществляется посев мака и конопель, запрещенных в обороте. Началась она с 25 мая текущего года, ну и будет до 27 сентября текущего года. Длится эта операция. Может, ее продлят, потому что, как правило, уборка так называемого урожая запрещенных видов наркотиков, они бывают стоят до первых морозов. Тобто спочатку засевают эти рослины, так? По-разному. Их бывает. У цей период? Да. Тому да. Вы и почали в этот период где-то их засеивают, уже высаживают в грунт. Вот, чтобы они под солнышком, при поливе, в естественной среде вырастали и набирались сил, как говорят. А більш за все, вы можете саме зараз в нашому ефірі назвати такі так звані аварійні ділянки, де розповсюджено засіяння маку та конопель? Чи ні? Чи це є службова таємниця? Це не є службова таємниця. Все, в принципе, регионы, районы Николаевской области, ну это не только Николаевская область, это практически весь юг страны, где климатические условия способствуют выращиванию данных видов наркотиков, поэтому они испокон веков здесь выращивались и выращиваются. Поэтому наша задача основная – выявлять, даже с целью профилактики и так далее, с помощью разного рода способов, вот, использования и дронов, и авиации, и доступных способов. Вот. Тобто с використанням сучасних технологій, так, Леонид конечно, Петрович? Да, да, да. То есть мы выявляем, в первую очередь, уничтожаем это все, а также выявляем людей, лиц, которые непосредственно занимаются выращиванием наркотиков и в последующем распространяют их на территории нашей страны. Хто б міг подумати, що мак такий чудовий, така чудова рослина, і вона така небезпечна? Мак і конопля – це особо опасні наркотики, які серйозно впливають на психіку чоловіка. Вот, і наносять непоправимий урон, ну, особливо на молоду психіку молодих людей. И они становятся наркозависимыми, и это болезнь, которая сегодня присуща нашему обществу. На жаль. Леонид Петрович, будь ласка, тобто це профілактичне оперативне відпрацювання під умовною назвою МАК, воно є формально плановим заходом, так? При цьому, можливо, ще спроба обмежити зростання розповсюдження наркотиків рослинного походження? Ну, це ежегодная операция. Тобто щорічно ви її проводите? Да. Есть, ежегодно на уровне государства, это не Николаевская область, это на уровне всей страны проводится данная операция. То есть с целью выявления и уничтожения тех посевов, которые являются незаконными, потому что у нас есть законные посевы мака. А есть и законные посевы? Конечно. Есть. А чем відрізняються незаконні від законних? Дело в том, что законные – это посевы, которые выращиваются для, ну, конечный результат – это получение
мака в том виде, как мы кушаем, да, булочки и так далее. Использование в кондитерских там, булочках и так далее. А незаконное выращивание мака – это когда его именно выращивают с целью получения наркотических веществ. Так, можливо, людина, яка займається незаконним вирощуванням мака, і коли поліцейські приходять до нього, вона може відповідати, що я вирощую для того, щоб потім використовувати у мирних… Це виключено по одній простій причині. Для того, чтобы законно высаживать, допустим, ту же маковую соломку, да, ну, мак, надо иметь лицензию государственную, которую выдают специальные органы. Идет круглосуточная охрана, то есть это все под строгим контролем государства. Все остальное у нас, допустим, на территории Николаевской области законных посевов маковой соломки нет, ну, мака. То есть у нас, немає. Да, законно в Николаевской области никто не получал лицензию на законный посев мака, его выращивание. А какие службы полиции залучены до оперативно-профилактичного відпрацювання под умовною назвою мак? Вам уже помогают другие подразделы полиции? Ну, конечно. Сегодня этим вопросом занимаются абсолютно практически все подразделения национальной полиции. Что патрульная, начиная с патрульной полиции, полиции превенции, те же участковые инспектора, управление уголовного розыска, точно так же и наше подразделение в том числе задействовано. Хотя нас немного, но мы тоже занимаемся данным вопросом, и есть у нас информация, над которой мы работаем. То есть я думаю, что в ближайшее время ми це все побачимо, покажемо. Ну, звичайно, ми почекаємо і до найближчого часу. А поки ми говоримо про те, що ця операція, вона розпочалась і вона триватиме. І, будь ласка, якщо торкнутися статистики, скільки наркотичних засобів було вилучено за 5 місяців поточного року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року? Леонід Петрович, можете назвати? Ну, я не брав з собою таких статистических данных, но я могу уже сказать, что, допустим, если мы за прошлый год изъяли где-то порядка 130 килограмм незаконных наркотических веществ, то уже на сегодняшний день мы уже изъяли почти 90 килограмм. То есть есть уменьшение до незаконного выращивания наркотичных рослин? Да, это социальная ситуация в стране, которая влияет на та же безработица, да, и люди на сегодняшний день для того, чтобы выжить, многие переступают черту дозволенную, да, так законодательно, и занимаются преступной деятельностью. То есть, чем беднее суспільство, тем больше разных злочинов? Конечно, это очень сильно влияет, да, на преступную среду, на социальный, скажем так, показатель. Чем беднее народ, тем больше преступлений совершается. Ну, взагалі, виробництво наркотичних засобів – це, звичайно, бізнес. Для когось він приносить прибуток, а для когось він несе смерть. Адже ті, хто користується наркотиками, вони є наркозалежними, і це не лише хворі люди, а вони взагалі в пастці небезпеки. Ви правильно говорите, тому що є люди, які на цьому роблять великі гроші, не просто большие, огромные деньги. А есть наркозависимые, и для тех, которые распространяют этот наркотик, им выгодно, чтобы наркозависимых было больше, таких больных людей, потому что это увеличивает их продажи, увеличит их капитал. Поэтому наша основная задача – выявлять не наркозависимых людей, а выявлять тех, которые распространяют, конечно. Тех, кто занимается распространением наркотиков. Да. Те, которые организовывают распространение через интернет, через так с рук в руки. Сейчас ситуация немножко для нас немножко хуже стала в том плане, что сегодня прогресс с техники, да, идет впереди, и наркопреступники, они пользуются этим. Мы немножко отстаем, потому что финансирование, естественно, чуть хуже, чем у них. То есть мы такие деньги государство не зарабатывает.
Но, тем не менее, мы тоже продвигаемся в этом вопросе, тоже обучаемся. У нас приезжают, вот сейчас даже я отправляю сотрудников на обучение в Киев, где будут представители Германии обучать наших сотрудников борьбе с наркоманией, ну, с наркопреступностью именно по своим методам, то есть новшества и так далее, и так далее. То есть мы тоже совершенствуемся в этом вопросе. И я думаю, что мы придем к тем людям, рано или поздно, но мы к ним придем, которые занимаются распространением наркотиков. Ну, знаєте, як говорять, все нове – це добре забути старе. І тому у вас, звичайно, є методики і досвід, щоб боротися з цим злочином. Даже скажу так, що ми, наш департамент... Навіть якщо у вас не такі розвинуті технології, але ваші люди, мені здається, що вони в змозі працювати, ну, в цьому напрямку. Звісно, в змозі. Ми, ефективно працювати. Ми сьогодні, да, відбувається відбір людей в наші служби, да, которые, естественно, не, мы даже берем молодых ребят с патрульной полиции, которых обучаем, которых направляем на учебу вплоть даже за границу, чтобы они обучались новым методикам разоблачения и, как говорится, задержания тех лиц, которые распространяют наркотики. А будь ласка, Олені Петрович, яка передбачена законом відповідальність за незаконні посіви та вирощування маку чи конопель, а також за вчинення інших правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків? Є відповідальність? Так, да, є адміністративна відповідальність і уголовна відповідальність. Тобто, в даній ситуації, допустим, за вирощування мака і конопель, незаконне вирощування, значит, предусмотрена административная ответственность, это статья 106 со значком 1 и со значком 2. Также уголовная ответственность, это статья 310 Уголовного кодекса, которая предусматривает от штрафа до 7 лет лишения свободы, тобто, за данное преступление. То есть, ответственность существует, и она серьезна? Конечно. За распространение наркотиков более жесткая ответственность, там до 12 лет лишения свободы. Поэтому это уже серьезное, более тяжкое преступление считается. Поэтому все, кто занимается распространением наркотиков, серьезная ответственность будет к ним применяться. Тем более сейчас на уровне государства поднимается вопрос, чтобы еще более ужесточить. То есть, чтобы данные распространители наркотиков, чтобы ужесточить более ответственность, то есть, чтобы залог, допустим, так как у нас предусмотрено законом, чтобы минимальный залог был от 3 миллионов гривен, не ниже. Поэтому и мы тем самым, мы инициируем эти законодательные инициативы через наш департамент, через Министерство внутренних дел, ну, к нашему законодательному органу, к Верховной Раде, чтобы эти изменения принимались и ужесточалось наказання тим людям, які займаються даним видом преступлення. Так, які розповсюджують наркотики. А наскільки дієвим засобом є роз'яснювальна робота щодо небезпечності наркотиків? Ну, моє мнение, що це, звісно, у нас існує поліція превенції, яка працює з дітьми, ювенальна превенція, яка посещают, преподают лекции в школах разным, ну, начиная от младших классов, заканчивая старшими классами. Мое мнение, что вообще необходимо ввести как минимум раз-два раза в неделю какой-то час времени. Обовязковый предмет в школах? Конечно, конечно. И я об этом говорил мэру города, что департамент образования может это инициировать и ввести как обязательный предмет в школах, хотя бы региональном, на региональном уровне, чтобы преподавали детям, начиная с младших классов, во вреде наркотиков. Тем самым мы будем понимать, что дети хотя бы знают и сознательно либо делают выбор, либо его не делают сознательно. Многие же становятся наркозависимыми только
по причине того, что они не знают, что они... Им пропонують спробувати, конечно, так? Конечно, их вовлекли в это в употребление наркотиков путем, допустим, там, да, вот, ну, как у нас молодежь, да, вот, к примеру, а вот, а что ну, тебе спробуй. Слабо, да, так, что так. Тебе слабо, вот, попробуй, да, это ж легкое это. А есть наркотик, который действует с первого раза, и человек становится зависимым с первого раза. Как правило, это химические наркотики, это ЛСД и так далее, которые амфетамины. Тобто залежність від першої спроби наступає відразу? Да, да. Это психотропы, которые влияют на мозг очень серьезно, и молодые люди становятся сразу зависимыми. Взагалі, Леонид Петрович, ваше відношення до легалізації легких наркотиків. Наприклад, марихуана вільно продається в деяких європейських країнах. І в Миколаєві цей наркотик, можна сказати, доступний. Але за його вирощування і продаж передбачена відповідальність. Що думаєте про можливість його декриміналізації? Можливо, марихуану можна декриміналізувати, і тоді легкий наркотик, чому ні? Ну, я маю... Чи ні? Чи все ж таки ні? Все ж таки ні. Об'ясню, чому. Ну, всі наркозависимі, вони починають з чогось легкого, як правило. Потім з'являється зависимість, і люди починають употребляти наркотик. Їм хочеться більш сильного ефекту. І вони становятся вже наркоманами со стажем. Поэтому, тим більше, що канабіс, к примеру, да, он является особо опасным наркотиком. Он влияет точно так же на психику человека, который его употребляет. Поэтому мое мнение, что однозначно нет. Я же говорю, все наркоманы начинали с того, что начинали курить. То есть вы, как специалист, вы против легализации будь-якого наркотика, даже наилегшего? Конечно. Сегодня это бич не только нашей страны, это бич практически всего мира. Всього світу. А яке правове обґрунтовання ви маєте під час проведення, наприклад, обшуків з метою виявлення наркотиків? Адже ви ж не приходите так просто. Ви, конечно, у вас є ми, підстава? Согласно закону, согласно Конституції, согласно закону Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу, ми маємо право зайти в жилищне, в жилое помещение граждан только за решением суда. Вы просто так не входите? Конечно, мы не можем. Не, мы можем войти, там есть определенный порядок в определенных случаях. Это когда там спасается жизнь, когда промедление, ну, конечно, если ситуация потребует миттєвого реагирования. Конечно, да, тогда да. Но, как правило, когда мы проводим обыск, мы приходим уже с постановлением суда на проведення даного обыска. Є ще один нюанс. Три дні тому з'явилась новина про те, що в Южноукраїнську екс-поліцейський займався поширенням опіуму. При цьому на Миколаївщині вже притягали до відповідальності поліцейських, в тому числі тих, хто мав боротися з наркотиками. На вашу думку, чому так відбувається? Ну, я вам скажу, що, к сожалению, в рядах поліції є люди нечистые на руку. Сказать, что послужило причиной, это... Тобто в полиции теж служать люди. Конечно. А люди, очередь, а люди бывают разными, так? Точно так. Поэтому эти случаи бывают не только на Николаевщине, эти факты есть и по всей, скажем так, во многих областях Украины. И, к сожалению, это неприятно для нас, для сотрудников полиции, что есть такие факты. Но мы сами способствуем этому, чтобы разоблачать таких людей. Мы сами стараемся, если у нас есть такая возможность, и мы видим в процессе работы, что появляется в нашей, ну, в нашем обозрении появляется сотрудник, который осуществляет подобную деятельность, причастную к торговле наркотиком. Мы... Вы его не покрываете? Нет, конечно. Мы сразу же сообщаем об этом нашу внутреннюю безопасность и совместно с ними принимаем меры для задержания этих людей, отстранения их от службы, и чтобы
Ну, таким образом ми очищаємо ряди поліції від таких людей. Тобто боротьба за честь мундира, вона є в ваших рядах? Звісно, звісно. Ми ж, знаєте, люди судять же, хоча ми такі ж люди, як і любі граждані, да, нашої країни, нашого міста, нашої області. Ні, ви не такі, ви поліцейські. Ми поліцейські. Ну, ви особливі. Теж маємо свої слабості і свої сильні сторони, але ми повинні бути прикладом для інших, щоб люди, смотря, ну, глядя на нас, да, становились лучше и понимали, что, допустим, мы должны стремиться к лучшему, идти в лучшую сторону, и что у нас должно быть светлое будущее. У нас, наших детей, нашей страны. Лев Петрович, у нас залишилась хвилина, и, будь ласка, можливо, мы встигнем, над чем вы працюете зараз? Ну, если не таємниці. Ну, это озвучивать я не буду в прямом эфире однозначно. Почему? Потому что мы работаем. Мы работаем, результаты работы нашей мы стараемся выкладывать однозначно во всех соцсетях, в средствах массовой информации. Поэтому по результатам мы будем информировать и общественность однозначно. Будут и задержания, будут, есть над чем мы работаем. Уже есть на работе. Да, работы очень много. Вот единственное, что не хватает, скажем так, рабочих рук, не хватает людей, которые бы... А работы хватает в этом направлении, и я думаю, что результаты были у нас и будут. И с каждым разом мы больше и больше, скажем так, эффективнее работаем в этом направлении. Леонид Петрович, спасибо, что вы были у нас в студии. Час нашего эфира завершен. Друзья, сегодня у нас в гостях был начальник управления, головного начальник управления... управління протидії наркозлочинності головного управління Національної поліції України Миколаївської області Леонід Крутій. Ми обговорювали питання боротьби з виробниками наркотиків. Наш час завершено. На все добре.